Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, як вже казав на Погоджувальній раді, це питання не просто дуже важливо, це питання, я би казав так, судьбоносне сьогодні для нашого міста. Вопрос, який обсуждали много, довго. И действительно, это жизненно важно для нашего города. Мы изучили опыт наших товарищей, наших коллег, города-побратимы. Побывали, рабочая группа, созданная по разработке данной концепции, были и в Китайской Народной Республике, в нашем городе-побратиме Нимба, Клайпеда, Литва, Констанца, Румыния. Мы изучили опыт создания таких свободных экономических зон или зон приоритетного развития, технопарков, индустриальные парки. Разные названия, смысл остается одним и тем же. Это те территории, которые создают условия для привлечения инвестиций и размещения компаний, в общем, развития экономики. Вот какую цель мы преследовали, занимаясь этим вопросом. Буквально на днях рабочая группа закончила свою работу, мы встретились, просовещались, обсудили и выносим сегодня на обсуждение данную концепцию. Считаю, еще раз хочу повторить вам, что считаю, что это действительно судьбоносное решение для нашего города. В рамках наших полномочий и наших компетенций. Конечно, если бы было нормальное сотрудничество с теми народными избранниками, которые избраны от Одессы, то мы бы, конечно, подготовили бы ряд законопроектов, уже которые призваны были бы продвигать дальше условия работы на данных территориях. Но поскольку сложно, видно, поднять то, что мы говорим, в силу по разным обстоятельствам, не хочу их обидеть. Поэтому мы инициативно делаем это в рамках своих полномочий в городе. Мы в рамках наших полномочий сегодня можем это сделать. Мы можем выделить землю, которая принадлежит городу. Мы можем разработать там компенсационные какие-то формы взаимоотношений с теми бизнесменами, которые будут, опираясь на свои полномочия, на свой бюджет, на свои взаимоотношения. Это мы можем все делать сами. Я думаю, что когда они увидят такую инициативу и успешность реализации этого проекта, желающих возглавить этот процесс станет очень много. Вот на это мы надеемся. Но протолкаться, протоптать эту дорожку нам придется самим.